Открытие настоящий детский сад импровизированный. В одном из микрорайонов Томска жители, уставшие ждать от застройщика региональных властей обещанного детского сада и школы, открыли их сами, правда, понарошку. На площадке, где должны располагаться социальные учреждения, родители вместе с детьми поставили столы, стулья и даже перерезали символическую красную ленточку. В проекте, который застройщики показывают потенциальным покупателям, детский сад с начальной школой расположен на первой строительной площадке. 5 домов уже сдано, но ни одного социально важного объекта в микрорайоне до сих пор нет. Горожане надеются таким образом заставить чиновников заняться решением проблемы. По-настоящему садик обещают открыть только в следующем году.